Вот такой вот у меня уже чудесный газончик, такой красивый. Цвет у него шикарный, на солнышке особенно. Витграсс колосится у нас. Если есть газончик, то придет и газонокосильщик сейчас с ножничками. Сейчас я его нарежу, настригу и добавлю в свой зеленый коктейль. Коктейль у меня будет из елки бактерицидной. Вот веточка. И вот проростки пшеницы, росточки. Витграсс. Радует глаз. Да, он даже красивый, жалко стричь его. Любуюсь просто. Поливать его можно сейчас уже не сверху, а снизу. Вот так вот берешь за шапочку его, поднимаешь, туда водички чуть-чуть наливаешь, ставишь обратно. Шапочка такая. В общем, сейчас я его настригу в емкость блендером, добавлю эту ветку, елки, воды налью и взобью. Потом процежу через ситечко, и будет зеленый коктейль. Там куча микроэлементов, все там есть. В зелени и хлорофилл, и магний для сердца полезно очень она. Все там вообще, все. Солнышко впитало в себя, вон, прана. Трава, это солнышко концентрированное такое. Трава, солнце. Вот здесь в елке есть эфирные масла. Ну, они бактерии всякие убивают, бактерицидные сильно. В общем, я добавляю, она такой аромат еще дает приятный. У Витграсса просто свежесть, такая нейтральный вкус такой. А у елки уже такой вкусец. Витамин С там в елке много, как в лимоне прям. Такие дела. В общем, ну, просто кайфую, любуюсь вообще. Такая красота. Вот она, первая зелень. Так радует глаз. Уже просто снег.